Мое имя Серов Дмитрий, мы находимся в село Медовеевка, в пабе, который мы открыли 4 месяца назад. Строили мы его 1.5 года. Мы с супругой занимались производством натуральной косметики, которую сейчас делаем. К нам стали приезжать наши друзья и просили построить какое-то место, где бы они могли отдыхать и ночевать. Так и родилась идея построить гостиницу с 4 номерами, а под гостиницей гастрономический паб. Мы локализовали такое меню со всего мира под это место, и, в принципе, нам это нравится, потому что это вкусно, это кушают наши дети.